Друзья, всем привет! Привет тем, кто смотрит мои видео по металлокопу. И пришел мне еще один металлодетектор. Те, кто копает, тот знает, что это за игрушка. Упакован был вот в эту вот пленку. Мы ее нафиг выкинем. Пришел мне МД-6450. Скажем так, повелся я на видеоролики, которые есть в Ютубе. Те, кто покупал эти приборы, кто с ними ходил, мне тоже стало интересно. И вот я стал обладателем этой игрушки. Вот в такой коробке без опознавательных знаков прибор находится. Давайте мы его откроем. Вот так упаковано. Но видео о чем, ребят? Полно всяких роликов на эту тему. Может быть, даже кто-то подумает, что китайцы мне присылают на обзор. Нифига ничего подобного. Купил я это все на свои кровные деньги. Вот. Суть в чем? Короче, прибор пришел мне с косяком, ребят. Это неудивительно. Китайские друзья наши дружественного нам Китая выпускают очень много брака. Не только в масштабных моделях автомобилей, но еще и вот в китайских металлодетекторах. Вот такая инструкция. Да, она в принципе не нужна. Обзоров много и по настройкам, и как пользоваться прибором. Мы его потестим в этом видео. Вот такие вот штанги в комплекте у него есть. Вернее, штанга одна состоит из нескольких частей. Две части алюминиевых. Такие вот. А вот эта часть у нас из пластика. Соберем, посмотрим. Я вот уже его тестил. Батарейки вот такие. Камелеон будет, алкалиновые. Подлокотник в комплекте тоже есть. Ну, короче, полный комплект. Комплектация вообще не вызывает никаких нареканий. Ничего такого нет, чтобы что-то отсутствовало. Блок управления вот так вот упакован. Пурчатые пленки. Катушка, ребята. И вот, короче, проблема именно в ней, в этой катушке. Я вам расскажу, какая проблема. Ну, набор вот с разными винтиками, с пластиковым болтом, который крепит катушку к штанге. И вот такой чехольчик в комплекте. Но, как заявляют люди, которые покупали эти металлоискатели, металлодетекторы на этом сайте, говорят, что это положено как в подарок. Не буду спорить, возможно, это так и есть. Давайте соберем эту палку. Я собирал, все проверял. Вы знаете, когда мне она пришла, я ее на работе проверил. Мне, кстати, доставили сразу на работу. Никаких вообще приколов, которые характеризуют этот прибор в отрицательную позицию, не было. Но когда я принес домой, подключил заново, начал проверять, и начались глюки. Глюки не у блока управления, а глюки именно по катушке. Да и то не в катушке самое дело, а проблема в штекере. Вот. Ну, как говорят опытные копатели, кто копал с этими приборами, говорят, что катушки не очень хорошего качества. Да что тут такое, у меня дырка какая-то образовалась. Катушки не очень хорошего качества. Так, мы сейчас уберем вот эту всю лишнюю со стола. Вот. Проблема, знаете, в чем? Проблема вот в штекере. Что-то здесь вот с разъемом. Видимо, наверное, когда вот как-то запрессовывали этот штекер, может быть, провода сомкнулись там, или контакты, к которым они припаяны, и он начинает прибор лихорадить. Многие пишут, что не закрывается крышка. У меня все прекрасно с крышкой. Пластик неплохого качества, достаточно приемлемый. Здесь ничего не болтается, ни один разъем, ни под наушники, ни под катушку. И когда вот он начинает глючить, он выдает неправильное число VDI. Но
Я когда его тестировал уже на столе, разобрал, и вот как вот он сейчас, вот вы его видите, разобрал и дал прибору немножко успокоиться. И, как бы вам правильно сказать, и уже вот по монеткам, там по разным металлическим мелочам, которые вы сейчас увидите, ну там и монеты старые, конечно, есть, что-то я купил, что-то нашел. Число показывает VDI правильно. А вот когда выходишь куда там или по квартире ходишь с ним, начинает его калашматить. Сейчас мы поставим батарейки. Батарейки тоже новые. Конечно, я их уже пробовал. Никуда с ними не ходил, просто тестировал. Батарейка ничего. То есть не сели они, нормальные батарейки. Кстати, здесь вот есть один такой нюанс. Вот все про него говорят. Здесь такой контакт с обоих сторон, пружины вот эти вот. Ну, наверное, это техника такая изготовления. Я так думаю, что вот этот контакт, наверное, он как-то припаян к плате. Ну, я не думаю, что здесь проблемы. Некоторые показывают, что проблемы с установкой батареек есть. У меня нет. Просто усилий приложите, батарейку чуть ее оттяните вниз, и все нормально вставляется. Не надо ножиком ничего ковырять. Все нормально. Рекламу этому продавцу делать не буду, потому что он, я подозреваю то, что он мне прибор не проверил. Просто так его взял и прислал непроверяющий. А вот МД-4030 я, когда заказывал прибор, я его просил проверить продавца. Он мне пришел вообще без всяких косяков, вообще отлично работает. А вот эта вот МД-шечка у нас глючит. Включаем. Это МД-6450. Но вот сейчас прибор не лихорадит, видите. Но это может быть провод еще. Видите, на провод реагирует. Берем. Вот, видите, начинается. Показывает разное число. Не знаю я, как вам показать. Катушку уберу куда-нибудь. Вот. Кто-то звонит. Видите, ничего не делаю. Вот, видите. Швыряю сам блок управления. И он начинает реагировать. Что-то вот с этим проводом. Но я что хочу сделать? Я открою спор, конечно, по этому поводу и попрошу, чтобы мне прислали другую катушку, предварительно ее проверив. Вот. Ну а мы давайте сейчас потестим его на монеты. Ну, в общем, вот, короче, положил я катушку отдельно. Блок управления, вот видно вам число, да? Попробуем на первый. То есть попробуем на крышке водочной советской. Видите, какое число дает? 95. По идее, также дает только медь на металлоискателях, насколько я знаю. Попробуем вот алюминиевую табличку от мотоцикла. Ну, вот эти все вот монетки, таблички я уже показывал с другими металлоискателями. Bounty Hunter, Lone Star Pro, Quick Draw Pro и Land Ranger Pro. На Land Ranger Pro там есть число, да, и можно там посмотреть видео, я не помню, но примерно знаю, какие цели и как звенят. Попробуем табличку от мотоцикла Минск. Вот. Тоже, видите, кидает 95. Вообще странно. Попробуем 5 рублей. Ходячка. Ну, я тут покрасил ее. Тоже 95. Солдатская пуговица. Все в один сектор кидает. 5 копеек СССР. 80. Монета медная. То же самое. Посмотрим 20 копеек СССР. 65-61. Да, конечно, я соглашусь, что в квартире много разного металла, и батареи, и трубы, и в стенах арматура.
электропроводка, много чего, телевизоры, видеомагнитофоны, много чего может звенеть и реагировать. Чувствительность у него, у этого прибора, будь здоров, блин. Я вот когда на всю прибавляю, вообще он начинает просто неадекватить. Видите? Просто неадекватить. Ладно, убавим на 2, как это рекомендуют. А, ну и вот чернинка, смотрите, это крючок такой вот. И все-таки немножко у него число, да, неправильно показывает. Не знаю, что не говорили бы опытные копатели. У некоторых, да, хорошие блоки управления, адекватно реагируют, нормально все работает. Но вот у меня вот такая вот приключилась фигня. Возвращать я прибор не буду, открою спор только на катушку. В принципе, здесь все работает. Я думаю, что вот эти вот неправильные числа ВДА связаны все-таки вот с замыканием вот здесь вот штекера. Это 100%. Ну, сейчас, наверное, попробую я собрать его и покажу, как вообще он выглядит в собранном виде. Хотя, видите, вот прибор успокоился, не знаю, выносил я на улице его без штанги, вот как он есть сейчас вот перед вами. Направлял там, не знаю, на открытой местности, блин, тоже прибор глючил. Ну, не знаю, пишут некоторые, что надо подождать, когда он типа того сам отстроится. Не знаю, правда это или нет. Но открою спор по катушке, я сниму другое видео для продавца. Ну, видите, вот я ничего не делаю, а он глючит, видите? Ну, что это такое? Что-то вот с проводом здесь. Открою спор. Пусть, короче, мне присылает мне другую катушку. Вот. Я думаю, что в основном все продавцы адекватно реагируют на AliExpress. У меня вот был случай с рациями. У меня пришел порванный наушник. Без всякого спора мне продавец прислал новый. И, в принципе, проблем никаких не было. Я думаю, что и с продавцом вот и металлоискателя тоже проблем не возникнет. Ну а теперь я соберу и покажу, как он выглядит. Еще один момент такой вот по этому прибору, по MD6450. Сравнивал я VDA их числа на Bounty Hunter Land Ranger Pro. Кстати, есть видео на канале. Это мой один из первых приборов, а точнее второй прибор, который я купил. И вот здесь вот я написал 3 копейки, 20 копеек, 5 копеек. Это вот СССР, серебро, бронза, медь и алюминий. Вот так вот показывает число ВДА и Bounty Hunter Land Ranger Pro. Допустим, вот возьмите медь 92, МДшка показывает 95. Но здесь незначительно по сравнению, допустим, с алюминием. Bounty показывает 48, МДшка 88. Представляете, какой разброс на 40. Или хотя бы взять 5 копеек СССР. Bounty 45 показывает число ВДА, МДшка показывает 88, но это вообще 20 копеек, тоже вот разброс такой большой. Не знаю, как ходить с этим прибором. Вся шкала вот так вот мечется у него. Непонятно, что показывает, но по звуку, в принципе, можно определять. Чермет он определяет там от 0,8, по-моему, до 18, что ли, до 20. Хотя большой ржавый чермет он кидает в цветнину. Вот такой нюанс. Я думаю, наверное, все-таки в штекере, если не поможет, то, скорее всего, блок тоже что-то глючит. Не знаю, пока не могу ничего сказать. Вот такой прибор я себе купил. Хотел себе всегда Аську, но вот повелся на цену низкую. Купил себе МДшку вот эту 6450. Не знаю. В принципе, в квартире все фонит, даже Bounty я включал, проверял то же самое. Но вот этот вообще прибор просто кошмарит его в квартире от железа. Да, я еще не показал вам чехольчик, еще даже его это не открывал и не пробовал, как это все на нем дело сидит. Я имею в виду чехол, ух ты, тут какая-то салфеточка, не знаю для чего. Попробуем сейчас вставить в чехол и посмотреть, как это выглядит.
от дождя, чехол от дождя, но видите, закрывает его не полностью. Здесь вот будет штанга, а ну, наверное, вот так, скорее всего. Так вот он у нас прячется от дождика. Ну, правда, не весь закрывает, видите, тоже не дошили, что ли. Хотя здесь вот динамик, мало ли там перевернул, да, и нальется вода в динамик. Ладно, короче, собираем. Сборка здесь вообще очень простая. В комплекте все есть. Нету такого, чтобы там у меня это был не комплект. А собирается он вот под мой локоть. Здесь вот под мой локоть будет последнее отверстие. Вот это я его ставлю. Ну, сюда слишком близко, мне неудобно. Я уже это пробовал. Вообще очень легко собирается при помощи отвертки. Как говорят, на оригинальных гаротах у них ломаются вот эти подлокотники пластмассовые. А здесь вроде как китайцы улучшили качество пластика. Ну, не знаю. Катушка собирается. Нет, давайте сначала поставим блок управления. Я не буду его устанавливать, как бы, ну, наживлю просто. Потому что вдруг, не знаю, может, придется отправить его назад. Ничего не могу сказать. Будем надеяться, что обойдется все катушкой, заменой катушкой. А там, если мне не понравится, я его продам. Что-то не хочется мне. Ой, неправильно, видите? Вот так вот надо. К себе. А я думаю, что у меня отверстия не совпадают. А, нет, вот сюда прикрутим. Хотелось бы, конечно, я тоже хотел собирать сначала вообще, когда решил заняться приборным поиском. Тоже насмотрелся видео, мне загорелось. Думаю, блин, а у нас тут места интересные. Хочется там полазить, посмотреть, пока тут копателей много. И хотелось бы какие-нибудь артефакты найти на тех местах, где мои жили там деды, бабки, блин. Вот. Или вот отсюда. Вот так все фиксируется. Ну и сейчас я соберу. Поставлю катушку. Здесь вот резину вот такие. Видите? Резиновые такие прокладки, чтобы ничего не болталось, не крутилось. Здесь вот есть направляющие. Вставляется все это легко. Все фиксируется. Вот прям просто нажимаете, и она уже там. Вот на штангу. Штанга вот эта одна часть. Как я уже говорил, из пластика, вот самая нижняя. Хотя у меня Bounty Hunter, они полностью из алюминия сделаны. Или я ошибаюсь? Так, ну, наверное, это две запасные. И то, что хорошо, пластиковый болт, ребят. Уже минус. Уже катушка не будет реагировать на металл. Ну, хотя вот здесь и провод, на провод может реагировать. Осталось вставить, ну, еще сейчас провод замотаю, уже покажу готовый вам. В собранном виде вот так вот выглядит прибор. И вот смотрите, чтобы не быть голословным, видите, зажимаю провод, все равно. Видите, от тряски. Такого не должно быть. То есть проблема в штекере. Глюки. Ни у одного прибора у меня, у другого такого нету. Чтобы он
вот так вот на тряску реагировал. Будем открывать спор. Все на этом. Смотрите, если кому интересно, чем это все у меня закончится. Опять же повторю, что прибор возвращать не хочу. Это, в принципе, мелочь, но китайцы должны понимать, что брак нужно компенсировать либо заменой этой вещи, либо заменой каких-то узлов, элементов, либо возврат денег. Все на этом. Давайте пока. Увидимся.